Ассунсьон дорога. Мы пешком будем 4 дня. Будем по адресам. По Санкове. Улукнар. Чиралы. Шимера. Это значит Янартаж. Мы идем на Ассунсьон дорога. Много дождь идет. Здесь Анталия. Да, мы идем на Анталия. Это YouTube channel Yollar Delisi. Я буду положить так. Мы начало 30 минут назад. От Адрасан до Корсанкой мы идем сейчас. Оп. Altta uğraklı Adem. Ne? Yok abi. Evet. 3,5 yıl önce gene aynı istikamette yürümüştük. Tam Ostrofest. Это остров имени Сулуада. Там вода есть. Это остров. Вода пить можно. Это имя Сулуада. Да, там. Он маркасы не имеет? GoPro. GoPro. 8. Тренинг жизни обычно. Evet, arkadaşlar, это ужин. Afiyet olsun herkese. Ne oldu abi? Мы приехали сюда. А там от маленькой дороги приехали сюда. Здесь 2 километра на Геледонья фонари. Наши друзья там. Бенеде, бенеде. GoPro işte. А, бу мо? Да. Тутмалы getiriyor. Это GoPro, да. Мы идем на Геледонья фонари. О, güzel bir zides. Ne? Sormuştum. Biri sormuştu. Başka bir o zaman. Anladım ya. Bu ayakkabılar çok ilginç ve güzel. Evet. Çin'den almıştım. Çok iyi ya. Здесь Галидонья фонари. Сейчас чуть-чуть дождь идет. Но погода очень хорошая. Не жарко. Не холодно. Это Галидонья фонари, другой имя есть. Ташлыкбурну фонари. Тоже одинаковое имя. Ясен Джумхурият!
Yaşasın Türklerin haklı özgürlük savaşı. Yaşasın kardeşlerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz olan Azerbaycan halkı. Bravo. Ama o orada şenlik var diyedir. Yas yolu işte. Finike tam. Merhaba. Bugün bizim ikinci günümüz. Ой. Добрый день. Сегодня у нас второй день похода. Наш лагерь остановился в Андрасане. Вчера мы ходили в сторону Фенера. Сегодня идем в Олимпус. Всем хорошего дня. Günlere yürüdük. Километров 17 километров сегодня у нас ходьба. Подъем будет большой. Вот, потом спуск тоже большой. Ну и если нам погода повезет, будем купаться в море. Всем хорошего дня. Спасибо. От кампинг места мы приехали на Андрасан. От Андрасан идем на Олимпос. Сейчас здесь Андрасан. Это гора имя Муса Дагы. Это настоящее имя Олимпос. Олимпос горах. В Турции много мест есть Олимпос горах. Это тоже Олимпос. Иногда такой натуральный туннель есть. Великий дорога. Это камень туннель. Изюм. Это собака имя neydi? Vinograd. Türeski üzüm. Kafalara dikkat. Назад много дождь был, много дерева такой упало здесь и много камень упало здесь. Вот идет. Это ликая дорога в Турции. Мантекле. Сегодня мы сейчас в сверху. Ах, это Муса горах. Сверху здесь. Сегодня сами сверху место здесь. А там идем на Олимпос. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba.
И юрищар, и корует много человек есть. Потому что в Литвин дорога это листы очень популярные. Вот. Evet, 11 yürüdük. Друзья, сейчас мы идем уже почти, приблизились к Олимпусу, осталось 8 километров. Наш гид нас вдохновляет, 11 уже позади. Дорога очень сложная, поэтому кто думает просто пройтись и пофоткаться, то пусть так не думает. Очень много возвышений, камни. То есть нужно внимание и, конечно, хорошее настроение и силы. До встречи. Спасибо. Эта дорога много сандал, много лавра, дерева есть. Иногда дорога как туннель бывает. Солнце внутри не идет, как ночь. Надеюсь, ты понимаешь мой по-русски. Например, здесь сандал и лавра, туннель. Аккуратно голова. Наши друзья там. Дорога вот так идет. Ну, а здесь октябрь закончил. Последний день октябрь 30. Октябрь сегодня. Много света есть. Вон вечер. Они Питечки девочка в наш групп. Это групп имя Питечки девчонки. Сёвьём сізя, дуймёнус. Бунар бізім группом куш кызлар, дуём. Кушлар. Бен карка. Tünele baksana abi ya. Eta, lavra. Вот это сандал дерево. Это. Ulan kamerayı açtım, kuş sustu. Сейчас мы в Олимпос. Здесь Том, все. Здесь некрополь место. Эта дорога идет на Роман Гамма. Здесь Олимпос.
Мы идем сейчас на пляж. Вместе. Deriden geçiyorduk, köprü yapmışlar. Sen de bir şeyler söyle yürüyüş hakkında. Rusça mı? Ama ne söyleyeceğim mesela? Ne bileyim, yorulduk ettik. Ha. Güzeldi. Şöyle doğa iyiydi, güzeldi. Ya da öyle şeyler. Ha. Сегодня сделали хороший трекинг, 19 километров. Очень красиво. И очень хорошо, что мы спустились к морю с положительными эмоциями. И там покупались. Всем привет. Окей, спасибо. Tamam. Bir de sana soralım. После 20 километров аккуратно. Мы еле добежали до моря, мы зашли в море и просто уже помираем, идем. Да, все нормально, ничего страшного. На наш камп идем. После моря нам стало хорошо. Да, после моря, конечно, получше стало. Очень тяжелая дорога, так что готовьтесь.
занимаетесь спортом, бегаете по 10 километров каждое утро. 20 километров пройти — это непросто. Все. Окей, спасибо. Классы на собрании сидим. Пембе да вар, мол да вар. Бахтим на вар да вар. Сел классы на собрании. Arabalara koysun. Mesela benim arabaya sığdığı kadar önemli eşyaları. Ay ne kadar güzel bu. Çadırında da fazla bir şey kalmasın. Önemli eşyalar. Ben bu kutulumun bir arabaya koyuyorum. Bizi çekmiyorsun. GoPro diye bir şey. O işte. Mehmet, yani evet. Allah aşkına ne çekiyorsun sen şimdi? Abi tulum kalsın.